Ой. Рис варится, поставила его. Немножечко тут дымит. Нарезала авокадо неизвестной мне стороны. Свежей рыбки у меня не было. Я возьму вот эту. Я засаливала. Уже половину съела. Это обычный лосось. Был замороженным. Я просто его посолила. Укропом засыпала. Чесночком. Пойдет. Для домашних сушей то, что надо. И вот рюкер. Креветочки тоже пойдут в этот самый. Ну, конечно, оно не классический, но домашние суши, можно туда напихать все что угодно. Сорвала два огурца. Они еще вон с этими самыми с пупсиками. Ходила-ходила и забыла купить этот самый шарирачу. Это такой майонез острый. В общем, сделала из подручных средств. Из майонеза. Обычный майонез. Немножечко добавила уксуса, чили, добавила чесночка, но я думаю, что чесночка надо побольше добавить, и добавила еще карри. Сюда все это перемешала, но немножко настоялась. В общем, такой вот доморощенный шарирача соус. Рис у меня сварился. Ну, конечно, я, наверное, воды слишком много добавила, но как-то я не вымеряла. В общем, сейчас остынет, еще парит. И будем суши делать. Подготовила. Сюда положила пластик. Здесь этот самый листочек. Я суши делаю редко дома. Вот, поэтому немножко кривовато. Но я так тонким напылением решила сделать. Вот такой у меня тут калинкор получился. Огурцы, авокадо, лосось. Ну и все, сейчас еще срирачу добавлю. Теперь только остается все это красивенько закрутить. Ну, начну. Снимать не буду руки. Ручки дрожат. Вот такое у меня тут безобразие получилось. Но вроде бы все держится. Сейчас. Дубль номер два. Сюда решила положить немножечко рыбки. Огурчиков. Вот. Единственное, надо было лук-паре купить, он очень хорошо сочетается. Мазанула шарирачей этой, или шарирачей. Второй ролик у меня готов. Вот. Так, третий тоже готов. Немножко этого соуса. Сейчас добавлю сюда креветочки. Под низ положила еще авокадо, забыла заснять. И сверху креветочки. Жадности насыпала очень много креветок. В общем, получился такой толстопузик. Осталось у меня совсем немножко риса. Сейчас я разровняю. Три последних кусочка рыбки. Соус. Сейчас креветок добавлю. И вот такой последний дружбан появился. Получился. В общем, получились у меня вот такие расхлябанные суши. Значит, пришла к выводу. Я раньше никогда не покупала с этим самым, с креветками в жидкости. В общем, пришла к выводу, что креветки покупать в жидкости не надо. Надо покупать сухие. Ну, то есть, это самое. Потому что расползлись, как трах тебе дух. Так, это, я так думаю, это первое. Лосось и огурец. В общем, везде, где креветки, расползлись. Ну и что? Итак, съем. Сейчас. Ну, в целом, мне нравится. Мне этого хватит прям на целый день есть. Да. В общем, в следующий раз креветки не беру. Это мне сейчас просто что-то захотелось. Вот, а вот с этим самым, с лососем и с этой домашней сарирачей, ширирачей, прям сказочно вкусно. Так, значит, положила сюда васаби, этот джинджер, вот эта вкусняшка. У меня есть два соевых соуса. Вот это сладкий китьяп манис и обычный вот
соевый сок, соус Хикман. Налила немножечко. Так, потому что по чуть-чуть. Как говорится, садитесь кушать. Вернее, садитесь жрать, пожалуйста. Все готово. Такие, в общем, разлапистые у меня сушенцы получились. Ну, как говорится, готовьте со мной, готовьте сами, экспериментируйте или идите к профессионалам. У профессионалов, конечно, будет красиво и быстро. Я, конечно, возилась долго с этим делом. Пока там в рис этот вымочишь в 6 водах, пока его сваришь на медленном огне, пока туда-сё, но все равно. В общем, это того стоило. Начало отпуска праздную. Приятного аппетита. Вкусно. В общем, дразнить больше не буду. Наслаждаться буду. Всем пока. Спасибо, что смотрели. В общем, как говорится, делайте суши и балдейте. Отпуск продолжается. Вернее, начинается. Сейчас пойдем Лучку. Покуцаем. У нас тут этот самый дождик идет. Мне посоветовали закрыть капустку. Я это сделала. В общем, у меня не было чем прикрутить. И я ее просто прищепочками прикрыла. Но чем не хорошая идея? Благо у меня как бы урожай не такой огромный, чтобы его прикрывать. Но, в общем, все пацаны в капустке при щепочках стоят. Здесь уже, конечно, прикрывать нечего. Он уже, по-моему, пошел в рост. Вот этот тоже что-то непонятное. И этот непонятное. Вернее, непонятно, что я снимаю. Но, в общем, по-моему, похоже, это уже этот самый. Ну, в общем, ладно. Этот, не знаю, может, еще можно спасти, а может, уже все. Эти тоже что-то никак не пыжатся, не телятся. У меня тут клубничка. Клубничка надо срывать, пока она еще полукрасная. Иначе птички склюют абсолютно все. Забыла показать. Вот он. Вот он, красавчик какой. Вот он. А оранжевые еще это раскукливаются.